Мы вас приветствуем на нашем канале ПМК ТВ. Сегодняшний выпуск у нас будет посвящен импровизации. Узнаем, что такое импровизация и с чем вы ее скажете. Ну что, начинаем. Этот выпуск я бы хотел начать с определения, что такое импровизация. В интернете на этот повод пишут, что импровизация – это произведение искусства, которое создается во время процесса исполнения, либо, собственно, процесс его создания. Импровизация характерна для многих видов художественного творчества – поэзии, музыка, танцы, театры, кулинария и другое. Многие музыканты на этот счет высказываются немного по-другому. Они говорят, что импровизация – это хорошо заготовленное выступление. Очень интересный факт. А еще у нас есть такой предмет – основы композиции, ну или импровизация. И ведет его очень интересный и просто замечательный педагог. Однажды мы шли с ним после занятия по коридору. Я задал достаточно личный вопрос. Он остановился, посмотрел на меня вот так и сказал: «Не лезь со своей логикой в область чувств». Эта фраза запомнилась мне на долгие годы. Этот человек с хорошим чувством юмора. Я помню, как я стояла на остановке. Тут я слышу сзади голос: «Девушка, а можно с вами познакомиться?» Я оборачиваюсь. Мне потом было так смешно. Он действительно поднял мне настроение на тот момент. Для меня этот преподаватель не только высокопрофессиональный музыкант и наставник, но еще и человек огромной души, большой отзывчивости. Его щедрость и доброта безграничны. Однажды я был в затяжном больничном, и этот преподаватель дал денег моим студентам, чтобы они купили мне фруктов. Что и случилось. Мне привезли огромный пакет вкусных фруктов. Значит, была у меня такая история. Прихожу я как-то на импровизацию со своим произведением и решила его, ну, так сказать, инструментовать, добавить к фортепианной партии скрипку. Добавила, значит, ну, написала в начале и в конце. Прихожу на урок, значит, показываю, и мне этот человек говорит: «Аврора, а что же у тебя в середине-то скрипки нет? Что, скрипач в буфет, что ли, ушел?» Там, где он появляется, зарождается джаз. Добрый вечер, уважаемые. Я не буду представлять. Все. Игорь Дмитриевич. Спасибо большое. Спасибо, что вы пришли. Невзирая на катаклизмы природные, я думаю, что катаклизмы будут продолжаться. Но мы в отместку им тоже будем продолжать давать концерты. Огромная радость видеть этого человека, слышать этого человека. А стоять с ним на одной сцене – это испытывать невероятный творческий полет прекрасного потока музыки. Я думаю, с этими моими словами согласятся многие музыканты.
una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi. Per chi spera, per chi sogna, per chi ama, è l'eterna dolce storia dell'amore. Потому что джазовые музыканты, они должны быть более гибкими, прежде всего. И они должны быть более открытыми, чем те же академические музыканты, которые являются носителями все-таки определенных совершенно традиций, хотя они тоже открыты. Но джазовые музыканты более открыты, потому что у джаза сколько музыкантов, столько и традиций, скажем так. Учиться. Вот всегда во всем есть человек у нас в моей жизни, у нас в колледже, в моем мире, в нашем мире, который умеет делиться. И делится он всегда самым лучшим, делится с такой потрясающей щедростью. Он делится своей дружбой, прежде всего, с дружеской позиции, вот, наверное, так. Он делится своими знаниями, знаниями потрясающими, музыкальными, знаниями в области импровизации, в области джаза, в области просто музыки. И, конечно, ну, невольно учишься у него, как еще и у человека. Это Игорь Константинович, я думаю, все его угадали. И благодаря этому человеку за спиной вырастают крылья, и хочется летать. Спасибо вам, Игорь Константинович. Большое все-таки событие и праздник, потому что сегодня день рождения прекрасного музыканта, единственного, наверное, в своем роде у нас в регионе, Игоря Константиновича Дмитриева. И в результате лавры достаются все мне, а если когда что-то не так, я говорю, ну это ассистент не доработал. Вот, и Шахадат сейчас сыграет со мной вместе из этой же сюиты Рахманинской «Скерца». Дорогой Игорь Константинович, хочу пожелать вам ваш день рождения, крепкого здоровья, чтобы никакие катаклизмы вообще на вас никак не влияли, оставаться таким же отзывчивым и поддерживать своих родных, близких и коллег, как вы это делаете на протяжении нашего с вами знакомства. Дорогой Игорь Константинович, от всей души хотела бы вас поздравить с днем рождения. С нетерпением жду возобновления вашей концертной деятельности и предстоящих встреч на уроках
композиции и импровизации. Вот сейчас этот случай наконец представится. Поняли? Сегодня наш выпуск был посвящен не только импровизации, но и Игорю Константиновичу Дмитриеву, у которого сегодня день рождения. От нашего канала ему желаем счастья, здоровья, успехов и чтобы у него всегда все получалось. Ну а также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых выпусков. Всем пока!